Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. Mila with you and my cat Simba, my big cat, Maine Coon Simba. His name is Simba. It's a very smart and a very kind cat. А он мне сегодня будет помогать. Ты будешь мне помогать? Да, конечно. Я хочу вам рассказать, что я сегодня поменяла, вернее, не сегодня, ну, протяжение времени, второй компьютер свой рабочий. И на что я поменяла? Я обещала сказать, что я поменяю мать и вообще все остальное. Я взяла флагман, но МД-шку, да, но предыдущего поколения. То есть это... Для тех, кто хочет, чтобы у него машина работала, да, но при этом не тратить большую кучу денег. Нора, ты согласна? Иди сюда. Иди ко мне. Ну давай, иди сюда. Иди. Можешь посидеть. Я тебе разрешаю. Садись. Давай, садись. Садись ко мне, давай. Ой, мой хороший. Да. My second pet, my dog. Окей. То есть, кто хочет, чтобы машинка работала, но не тратит кучу денег? То есть, монтаж видео у меня, Photoshop, это у нас гонки, проходят в Черногории горные гонки. Сегодня 2 дня. То есть, и что еще? Я люблю Asus. Не потому, что я именно люблю Asus, а потому, что за многие годы, что я пользовалась, я спокойно могу поставить Asus. То есть, если у меня в фарше находится Asus, я спокойна, что оно будет работать. В принципе, у меня Asus-овское все, но у нас единственное, что я взяла Big White, охлаждение, вот такое. В Черногории самой немножко сложно с этими запчастями, и жидкостного, которого хотела, не было. Поэтому вот я взяла башню. В принципе, работает хорошо. Работает нормально, тормозов никаких нет, всего хватает. И, в принципе, собрав все это в одну кучу, компе. Так, о, ну да, конечно же. Это отдельная тема. Это то, что я выбирала отдельно. Потому что, когда я разобрала свой второй компьютер, и я посмотрела, какой там блок питания стоит, ну, дешевле, не знаю, что можно было найти. Поэтому, естественно, я уже купила вот такую вещь. Питание нормальное. И оно, в принципе, все потянет. AMD-шка Ryzen 7. Классика, как я сказала, предыдущего поколения. То есть вот такой вот фаршик машинки, да, поняли, да, что... Ну, не буду сейчас перечислять все знают. Можно посмотреть в интернете, куча информации просто на сайтах официальных, все вот эти объемы и все остальное. Я говорю на практике. Жрет хорошо, видюхи жрет хорошо, даже жрет After Effects, хорошо жрет все программы и хорошо все обрабатывает. Тормозов нет. Так что... Кто не гонится, чтобы у него была последняя модель, но чтобы машина шрудила мозгами, то, в принципе, вот такой вот набор достаточно хороший. Пишите, что у вас в компах, что вы там добавляете, меняете, кто что предпочитает. Сразу говорю, я не люблю фрукты. Для всех, кто хочет, конечно, посмотреть мою жизнь в Черногории, ту, которую никто не видит.
моя жизнь на туриста, поддержать мой проект. Ребята, вы же знаете, все ссылка внизу. Это мой Patreon. Увидимся там. Там можно задавать вообще любые вопросы, и вы на них получите откровенные, прямые ответы лично от меня. А так, бай, с вас лайк, подписка, и увидимся в следующих видео.